Проект нового парка этнической культуры народов северо-востока Дюкча представили в правительстве Магаданской области. Объект планируют возвести в северо-восточной части областного центра по левому берегу устья реки Дюкча, за мостом в районе бухты Гертнера. Это место на протяжении всего года притягивает отдыхающих и туристов. Этнопарк в таком районе, по мнению горожан, будет как раз к месту. Согласно представленному проекту, комплекс парка будет встречать гостей входной площадкой с порталом в этническом стиле. Также на территории парка будет экспозиционная и выставочная площадка, тотемная поляна, административно-бытовой и выставочный павильон, места с арт-объектами, детская игровая и зона природного отдыха с беседками, домики для семейного отдыха, открытая площадка для событийных мероприятий, кафе на 50 посадочных мест и парковка для 97 автомобилей. Представители региональной межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта формирование современной городской среды оценили все нюансы проекта и одобрили строительство нового этнопарка. Сегодня вниманию межведомственной комиссии был представлен проект парка этнической культуры народов Северо-Востока Дюкча в городе Магадане. Большинством голосов был проект поддержан, мы готовим его на конкурс. Идеи по строительству парка этнической культуры Дюкча в Магадане направят на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, как это было с парком «Маяк». Если проект победит, то на строительство этнопарка выделят федеральный грант. Общая сумма призового фонда – 5 миллиардов рублей. Определят 80 победителей. Городские власти столицы Колымы планируют возвести Дюкчу в 2022 году.